В праздничное утро пятницы на площади 30-летия Победы многолюдно. Традиционно День защитника Отечества ульяновцы начинают с торжественного митинга. Поздравляют живых и вспоминают павших героев. Говорят спасибо своим мужчинам за защиту. В этот день мы проводим мероприятия в основном для молодого поколения, чтобы они знали, что у нас есть чем гордиться и кем гордиться. Их отцы, старшие братья проявляют героизм, отвагу на линии фронта. И я считаю, что за это их надо уважать, помнить и гордиться. В память о погибших воинах-ульяновцах, кто отдал свои жизни за свободу и процветание Родины, была объявлена минута молчания. Прозвучал гимн Российской Федерации и троекратный оружейный салют. Торжественным маршем прошли военнослужащие Ульяновского территориального гарнизона. В праздничный день в регионе прошли концерты, творческие вечера, встречи с ветеранами и участниками СВО. Анна Тищенко, Управда, ТВ.